Дворовая территория у дома номер 82 по Школьной улице была обустроена с учетом пожелания жителей. Здесь расположено сразу несколько зон отдыха для разной возрастной категории. Как рассказала местный депутат Ирина Архангельская, работы по благоустройству двора начались по многочисленным просьбам жителей. Мы, значит, обратились в администрацию, соответственно, в Дорсервис, мы сделали заявку, и вот на этот год у нас было заложено. И вот посмотрите, действительно, как сделали. Сделали, вот женщины просили, чтобы у них была зона отдыха отдельно от мужского, где ребята там сидят, в шахматы играют, там домино, да. Вот, детская площадка, вы тоже видели, очень довольно-таки хорошая. Жители довольны. После комплексного благоустройства во дворе появилось несколько участков для отдыха с лавочками и столами, а также отдельная спортивная зона. Как преобразилась придомовая территория, проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Спортивную площадку, сами элементы попросили утопить в асфальт, для того, чтобы не мешало, как бы порожка не было такого. Вот. Ну, действительно, замечание есть. Постараемся его учесть, потому что будет резиновое покрытие, оно покрытие все равно поднимется, и порожка не будет. Также Владимир Жук побывал на Советской улице во дворах домов 9, 11, 15 и 17. Здесь тоже проходят ремонтные работы в рамках комплексного благоустройства. В рамках программы губернатора комплексного благоустройства дворовых территорий было благоустроено в Ленинском городском округе порядка 50 дворов. И вот из них эти 50 дворов немножко подразделились. У нас была часть дворов, которая была сделана за счет софинансирования с Московской области в рамках программы губернатора. Часть дворов была сделана за муниципальный бюджет. Сейчас самое время подводить итоги благоустройства, которое было сделано за летний период. Сейчас последние штрихи, недоделки, шероховатости. На улице Завидная во дворах нескольких домов были произведены масштабные работы. Заменены детские и спортивные площадки. По просьбам жителей установлены тренажеры для занятий различных категорий населения. Появилась новая скейт-площадка, которая пользуется популярностью у подрастающего поколения. Больше внимания обращаем уже на эстетику. Больше внимания на какую-то экологичность материалов, из которого исполняются элементы благоустройства. Ну и, безусловно, на сегодняшний день мы больше внимания уделяем озеленению, флористическим мафам. Да, то есть стараемся наш век урбанистический привнести как можно больше природных объектов и зеленых объектов. Все работы по благоустройству придомовых территорий в Ленинском городском округе будут завершены в течение 2 недель. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.